Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Есть такой предприниматель Брент Джонсон, и я думаю, у него самое ясное видение будущего. Недавно он давал интервью Роберту Киосаки, и я хочу, чтобы ты обратил на него внимание, несмотря на то, где ты живешь, потому что я думаю, что Брент и Роберт яснее всех понимают, что нас ожидает в будущем. То, что произошло в последние 10 лет, и то, что я думаю, произойдет в течение следующих нескольких лет, заключается в том, что центральные банки после прошлого финансового кризиса просто начали бешено печатать деньги. И это продолжалось 6 или 7 лет. А в конце 2015 и начале 2016 США перестали мутить воду и начали повышать процентные ставки. Повышение процентных ставок с 2016 по 2019 к тому же сочеталось с рядом других факторов. Так что тогда были не просто процентные ставки, хотя они и были важнейшим фактором. Наши процентные ставки, несмотря на то, что они значительно снизились, все еще выше, чем, например, в Японии или в Европе, которые имеют отрицательные ставки. Дело в том, что наряду с другими факторами, наличие глобальной резервной валютной системы, долларовой платежной системы, крупнейших американских вооруженных сил и самых больших рынков капитала, все это действует как соломинка, которая высасывает всю ликвидность, которую мир печатает. В конце концов, любите ли вы доллар или нет, считаете ли вы его хорошей валютой или нет, дело в том, что это валюта, на которой живет абсолютно весь мир. И поэтому, даже если вы ненавидите доллар, и если вы живете в Аргентине, Турции, Китае, Бразилии или Франции, вам по-прежнему нужны доллары, чтобы работать на мировой арене. Я думаю, сейчас есть очень много людей, которые хотели бы изменить это, но до сих пор они этого не сделали. И я думаю, что усилия, которые они приложили для этого, слишком малы, и они были предприняты слишком поздно. Если они печатают так много долларов, то почему бы людям не переключить свое внимание на золото? Я думаю, что это вопрос, который люди, и я в их числе, задавали себе не раз. Если напечатали так много фиата, или как я это называю, фальшивых долларов, почему золото не взлетает до небес? Я думаю, это зависит от того, где вы находитесь и в какой валюте вы рассчитываетесь. Например, золото по отношению к аргентинскому песо или к турецкой лире выглядит хорошо. Золото практически во всех валютах, кроме доллара, показывает временный максимум. Но вы знаете, во многих отношениях люди думают о золоте и долларе как о двух противоположностях. Я действительно думаю, что мы попадем в период, когда они будут расти вместе, но я думаю, что в конечном итоге золото выиграет эту битву. Причина в том, что, как я думаю, золото – это деньги рынка. Если бы у нас были только свободные рынки и не было бы влияния правительства и центральной власти, тогда я думаю, что рынок выбрал бы золото в качестве денег. Но мы не живем на свободном рынке. Мы можем этого хотеть, но навряд ли это получится сделать. Правительства мира не хотят золотой стандарт, потому что им нравится иметь возможность тратить больше, чем они зарабатывают. Политиков избирают, веря их обещаниям. Поэтому я не думаю, что мировое правительство хочет вернуться к золотому стандарту. Я думаю, что рынок может навязать им это, но они будут бороться с этим. И в этой борьбе, я думаю, именно золото будет придавливаться время от времени. Я бы сказал, что основное различие до и после коронавируса, с моей точки зрения, это степень, с которой США собирается печатать деньги в будущем. Прежде я думал, что мы могли бы печатать меньше остального мира и впитывать всю ликвидность, которую этот мир печатал бы. Но теперь я все еще думаю о ряде причин, по которым США все еще будут главным получателем всей этой ликвидности, которая есть у остального мира и которую мы сейчас печатаем. То есть вы говорите о том, что мир печатал бы деньги, которые будут течь в США. Именно. И поскольку этот капитал будет поступать в США, я думаю, что он будет находиться не только в виде наличных денег. Я думаю, что он начнет вливаться в активы, которые принесут еще больше денег. Может быть, они пойдут в Coca-Cola, может быть, в IBM или EA или Microsoft. Некоторые из этих компаний имеют потенциал роста, за счет которого, возможно, они выплатят дивиденды своим держателям. Подумайте об этом, ведь это действительно зависит от того, где вы находитесь. Если вы находитесь в Аргентине и у вас есть избыточные сбережения, которые вы вкладываете в доллар, а аргентинская песо при этом упадет на 10%, вы знаете, что только что заработали 10%. Но если вы также вложите их в Coca-Cola, то Coca-Cola выплатит вам 3 или 4% дивидендов. Теперь, когда вы заработали 13 или 14%, Coca-Cola может подорожать на 6%, и теперь у вас более 20% прибыли. Но вы не получите того же самого, если находитесь в США, потому что в США именно доллар ваша валюта. Но я хочу сказать, что нравится вам это или нет, но самый большой спрос на валюту – это спрос на доллар. И несмотря на то, что они печатают его в больших количествах, спрос на него превосходит предложение.
Еще одна причина этого. Большая часть мирового долга номинирована в долларах. Другие страны обязаны оплачивать долги в долларе. Именно. Абсолютно все знают, что долг США составляет около 25 триллионов долларов. Но многие люди не знают, что остальная часть мира имеет эквивалентную сумму долга. Если вы на самом деле углубитесь в корпорации и теневую банковскую систему, то это, вероятно, уже около 30 триллионов долларов за пределами США. Люди не работают за зарплату в долларах. Опять же, когда спрос на доллар связан с выплатой процентов по этим долларовым кредитам, спрос на доллары как будто бы зашкаливает. Итак, быстрый вопрос. Вы имеете в виду, что доллар станет сильнее и подстегнет американскую экономику? Но почему тогда говорят о его неизбежном крахе в будущем? Я думаю, что в конечном счете система просто не предназначена для того, чтобы доллар стал сильнее. И когда он укрепится слишком сильно, он просто разрушит мировую экономику. Я имею в виду, что остальная часть мира просто переживет действительно очень трудные времена. В конечном итоге это нехорошо и для Соединенных Штатов, так как доллар продолжает укрепляться, несмотря на усилия ФРС, чтобы ослабить его. Я думаю, что в итоге мир должен будет собраться вместе на конференции типа Бреттон-Вудса или на любой другой конференции, где им придется либо списать долги, либо ввести новую валюту, либо перезагрузить систему в той или иной форме. Я думаю, что когда это произойдет, это будет точкой, в которой доллар начнет терять ценность. Это будет точка, в которой люди больше не будут инвестировать в доллар США, да и в сами США. Может быть, тогда придет время покупать что-нибудь в Канаде, Австралии, Аргентине или Турции, потому что их активы будут очень дешевые. Я думаю, что капитал покидает нас, чтобы перетечь в те другие места, которые будут развиваться благодаря падению доллара. Также мы говорили о денежном потоке. Нет ничего более важного, чем денежный поток. Если деньги утекают, то это плохо. Конечно, пока капитал устремляется в США, это будет хорошо для них, но когда это закончится, это будет очень плохо для США. Но я не думаю, что мы уже пришли к этому. Коронавирус привел к остановке глобальной торговли, глобальных путешествий и глобальных движений. Это же напрямую отразилось на валютах. Поэтому в системе никогда не бывает достаточно денег, чтобы выплатить весь долг. Поэтому деньги должны циркулировать с определенной скоростью, чтобы обслуживать все долги, которые существуют. Когда скорость обращения денег падает, деньги не обращаются. И люди пропускают свои платежи, случаются дефолты, и вы получаете различного рода сокращения и банкротства. Поэтому центральные банки и закачивают ликвидность, чтобы попытаться противодействовать отсутствию нужной скорости. Так что я думаю, что ковид и отсутствие потока денег заставляют мировую экономику подвергаться еще большему давлению, чем это было раньше. Это еще больше затрудняет получение долларов для обслуживания долларового долга. Поэтому я думаю, что это ускоряет принятие ими обратного решения. Это решение заключается в том, что они снова соберутся напечатать доллар. А каков ваш прогноз для европейской зоны с евро? Для Великобритании и Японии? Что вы видите? Я думаю, что евро, вероятно, исчезнет или не будет продолжать существовать в его нынешнем виде. Я думаю, что исходя из цены, оно уйдет по крайней мере до 80 центов. Так что, вероятно, оно упадет на 25 или 30% отсюда. Иена, в конце концов, по крайней мере, будет 150 иен за доллар, а может быть даже 200. То есть она вернется к тому, сколько стоила раньше? Да, это то, что я имею в виду. По сути, я думаю, что доллар вернется к своему историческому максимуму. И я думаю, что остальные мировые валюты, даже самые большие, упадут вдвое по отношению к доллару. Так что если вы живете в Японии, это означает, что жизнь станет дороже. Абсолютно. Так же, как и в странах с евро. И вот что я говорю про золото. Если вы не долларовый инвестор США, вы, вероятно, могли бы покупать золото прямо сейчас. Я думаю, для золота все еще могут быть трудные времена из-за усиления доллара США. Когда всем нужны доллары, вы продаете все, что можете, чтобы получить доллар. За пределами Японии никому не нужна иена. За пределами Европы никому не нужен евро. За пределами Аргентины никому не нужен аргентинский песо. Но всему миру нужны доллары. World needs dollars.